Во-первых, огромное спасибо за замечательные песни, которые сегодня прозвучали здесь. Я вот думаю, в такой прекрасной обстановке у костра, у воды, вот это именно то мероприятие, где оно должно проводиться. На следующий год мы в любом случае его будем проводить, так что конкурсанты, которые сегодня нам пели песни, готовьтесь, на следующий год здесь мы будем проводить песню, так что мы будем рады вас видеть, будем приглашать еще больше участников. Так, дальше, значит, у нас уха вас ждет в любом случае, пока мы не съедим уху, никуда никто не разъедется. И огромное спасибо орловским вот худработникам, да, которые нас сегодня... Красновским, да, работникам, которые нас сегодня порадовали. Вы нам тоже очень нужны, без культуры мы никуда. А сейчас мы наградим всех участников, которые сегодня приняли участие в нашем фестивале «Звенит гитара». Грамотой Центра по физической культуре и спорту награждается победитель в номинации «Авторская песня» Овсянников Олег. Победитель в номинации «Кавер современной песни» награждается группа «Серпантин». А я напоминаю, что у нас сегодня 6-й районный фестиваль бардовской песни, и в номинации «Бардовская песня» побеждает Бондарцова Светлана Ивановна. У нас есть очень необычная номинация, это неформатная песня. И в этой номинации у нас побеждает Даниловы Петр и Геннадий. Это постоянные участники нашего фестиваля. Покорили сердца жюри. Самые лучшие голоса. Вы поразили, конечно. Да, наши тоже маленькие. Наши... Наши маленькие дети кричат, вы покорили наши сердца. Спасибо. Следующим мы награждаем наших... группу поддержки сегодня. Да, группу поддержки оставляет желание. Вообще вот, всем бы такое. Дальше мы награждаем лауреатов. И в номинации «Кавер современной песни» награждаются Арнольдовы, семья Арнольдовых, Михаила и Анастасия. Такие разные. Лауреат номинации «Неформатная песня» занимает Галицков Алексей. Не мерзни, самое главное, сиди у костра. В номинации «Бардовская песня», «Звени гитара» побеждает Никитин Валерий. И лауреат в номинации «Авторская песня» награждается Чистякова Наталья. В такой очень приятной атмосфере хочется наш вечер закончить такой хорошей песней. «Изгиб гитары желтой». Я надеюсь, все ее знают. Кто не знает, мы сейчас раздадим листочки. Я попрошу наших бардов подыграть. Я думаю, что Олег нам подыграет, да, и Наташа нам подыграет тоже. Кто может подыграть, подыграть, а все остальные в голос мы споем для наших кабанеров сегодня. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звезды снежной. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звезды снежной.
как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как облиц, хоть за...